Ребята, всем привет! 19 апреля. Как всегда, идет дождь. И, судя по всему, еще будет и дальше идти. И завтра тоже, мне кажется. Что хочу сказать, друзья? Я хочу сказать хорошую новость о том, что плохих новостей-то в целом и нет. Ночью были тревоги, которые около 6 утра закончились, и уже до начала третьего дня не было тревог, слава богу. С утра был туман, сейчас идет мелкий дождь, ну как бы сильнее, чем мрячка, да, будем так говорить. В целом все живы-здоровы. Вышел на связь сказать, что я здесь, с вами. Прилетов никаких не было, ракет. А если в случае были, то я про них не знаю. С официальных источников, где я черпаю информацию, все тихо и спокойно. Ну, именно в городе Днепр, друзья. Вот внизу у нас абрикоса, по которой я смотрел, что она была зацвела. И цвела все время, пока дождь идет. Уже отцвелась. Собственно, вот такие вот новости в городе Днепр. Если чем-то кому-то помог информация, и ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Также в описании будет номер карты, кто желает помочь на развитие канала, ну и в целом для поддержки штанов, будем так говорить. Буду очень рад и признателен. Всем спасибо, всем пока, ну и на связи.